Ребятки, всем привет, это Dungeon Warfare 2, и мы идем. Так, нет, в коридор. Какие-то руны. Погнали, 9 рун берем. Ох, ё-моё. Весьма интересно. Один вход, это уже радует. Ну что ж. Так, так, так. Не, ну это вот это... Стоп, я же еще не разместил. Вот это классика. Все, погнали. Так, пока все неплохо.
Чё, базу не могу сделать для ловушки? Ё-моё. Ну, ладно. Так, чё это такое за... А, за 500 это понятно. Так, я новую ловушку не взял, походу. Ну ладно. Немножко ускорим. Воми Силова. А вот здесь становится опасней. Хотя нет, восстанавливаются мои демоны. Да, все достаточно быстро. И еще добыча. Прикольно.
Давай с золотом. 12. Давай золото. Навык, конечно же. Меняющиеся залы. Ага. Вот, я не взял эту ловушку. Ну ладно. Вот это по-любому надо сделать. Ну, как-то так. Силу физического воздействия ловушек на 60%. Я думаю, это прикольно очень. Скорость перезарядки. Прикольно там следующее. Так, ну что, на этом заканчиваем. Всем спасибо и пока-пока.